Ну, вот так вот весело началось наше утро. Это здорово, что у Ани хорошее настроение. И, кстати, у многих исполнителей, которые принимают участие в национальном отборе конкурса Евровидения, поднялось настроение вчера, потому что вчера, наконец-то, они узнали, кто под каким номером будет выступать в национальном отборе и в каком, собственно говоря, полуфинале. Сегодня мы узнаем, какими же выступят в первом или втором полуфинале группа Doredos. Именно сегодня они представляют свою песню у нас в программе. Funny Folk, Doredos. Дорогие друзья, Doredos выступил в рамках программы «Утро на СТС». Песня называется «Funny Folk». Доброе утро, ребят. Доброе утро. Доброе утро. Сразу следу первый вопрос. В прошлом году Маричика, в этом году Мариуара. В чем разница и почему обязательно женский не надо? Я думаю, что мы не первые, кто задает вам этот вопрос, но действительно, почему? В прошлом году Маричика. В этом Мариуара. В этом году Мариуара. Почему женские имена и оба имени на буквы начинаются? Ну, наверное, это нас стало преследовать, потому что как бы идеи... Мы не преследовали идею конкретно петь в этой песне о Мариуаре. Так написал автор текста. Кто же автор текста? Небезызвестный. Лидия Скарлат. Ага. Лидия Скарлат. Небезызвестная. Ну хорошо, вы не боитесь, что вас скоро будут подозревать в том, что все ваши песни как бы похожи друг на друга? А мы сделаем в конце альбом женские имена. С мужскими именами. Женские имена, например. С любовью к женщинам Молдовы. Что-то подобное. Нет, все будут женские имена, альбом будет называться Федор. Маричел. Why not? Федор Why not. Или Маричел, да. Тоже вариант. Вы выступаете какими и в каком полуфинале? Мы выступаем в первом полуфинале, 9-й номер. Это произойдет 23 февраля, да? Вы довольны счастливым билетом, который вы вытянули? Да.
да, мы довольны. Девятка – это то, что надо, да? Да. Вы как-то, я смотрю, очень спокойно к этому относитесь вообще, в принципе. Ну, или это… Победители должны быть спокойными, победители. Или это, может быть, просто как какое-то скрытое такое волнение, и вы все в себе и готовитесь? Ну да, мы, во-первых, готовимся, во-вторых, а чего переживать? В прошлом году мы очень много, наверное, лишних эмоций давали своим песням, вот этой «Мари-Чики». Все как будет, так будет. Мы сделаем всю свою работу на 100%, а как звезды сложатся, то это посмотрим. И вы знаете, когда мы участвовали в Румынии, когда выиграли машину в конкурсе, мы тоже выступали в первом дне и 9-й номер. Угу. Серьезно? Ты счастливый, так, да. Это... То есть вы верите вот в такие вот символы, думаю, что... которые посылает вам судьба? Да, мы очень суеверные. Серьезно? Да. Какие еще вот... Ты сказала, что с прошлого года, да, вы для себя сделали урок, что не стоит быть слишком, может быть, экспрессивными, слишком волноваться на сцене, за сценой. Какие еще уроки вы для себя извлекли из прошлогоднего участия? Ну, вот что вы в этом году точно сделаете по-другому? Само выступление. То есть это будет гораздо спокойней, гораздо уверенней. Мы не будем, так сказать, заморачиваться, наверное. То есть кто как справа посмотрит, влево посмотрит. То есть будет идти все от души. Ага. Ну, что? На профессиональной сцене точно этого делать нельзя. Чего? Ну, все должно быть, кто куда посмотрит. Ну, там, в Стокгольме. Ну, да, да. Кстати, к Стокгольму вы как, да, готовы, относитесь. Намерены отправиться туда, в принципе? Ну, да, это, наверное, будет немножко другая подготовка. Вот там мы, наверное, будем смотреть, кто куда где стоит и кто куда смотрит. А здесь будет все-таки, как бы, основа – это танец, который будет происходить на сцене. То есть вы будете не одни на сцене? Нет, это точно. И, естественно, хороший вокал. Ну, и энергия, наверное, да? Которую будем, настроение. Без этого никуда. Что вы, не знаю, будете делать за день до Евровидения? Или, может быть, вот в день Евровидения, 23 февраля, с утра и до выступления? Вот каждый из вас... за день, наверное. Чем будет заниматься? Спать, читать книгу, напевать вашу песню или в напевать, течение, да, сегодня, или напиваться? Я думаю, что будет день тишины, просто мы забудем обо всем. Просто расслабимся, не будем думать о выступлении, о вокале, о танцах. Как-то, по-моему, Марина с тобой не согласилась немножко. Ну, почему? Ребята так себе желают, но судя по прошлому году, то будут последние приготовления. Может быть, какая-то декорация или что-то еще там. Будем отрабатывать танцы, вокал, то есть забывать мы об этом точно не будем. Хорошо, ребят, мы желаем вам удачи, творческих успехов. Спасибо большое. Ну и посмотрим на ваше выступление. Да, мы все посмотрим на выступление всех участников, ну а наша программа продолжается. Сейчас мы передадим слово нашему корреспонденту Александру Виеру, который побывал на репетиции одной очень интересной премьеры в театре с улицы Роз. Очень интересно.